Доброе утро, ребята, охотники, рыбаки, туристы. Посмотрите, какое утро. Я вам говорил, что будем собираться, ляжем пораньше, встанем пораньше. Время 2:30 утра, ночи. Так что мы уже собираемся на утреннюю зорьку. Ребята уже там где-то, соседи выше, ниже уже слышны выстрелы. И мы тоже собираемся потихонечку. Вот такое у нас утро. Доброе. Хороший денек сегодня. Тоже вроде намечается. Но после обеда обещали дождь. Может будет дождь. Но это все хорошо. В принципе. Природа. Есть природа. Посмотрите, какое. Какой рассвет идет. Ну, сейчас ребята у нас уже уехали на засидку. Вот мы тоже собираемся. Собачки у нас немножко не слушаются утром. Тоже залезают туда, куда не надо. Где уточки сидят, они туда прыгают. Но мы все собираемся. Я опять на маленькой лодочке. Сейчас пойду. Вот, ребят, посмотрите, какое утро хорошее. Костян отплывает, он чуть-чуть подальше пойдет на моторе, а я на своей маленькой лодочке вот на этой пойду. Сейчас найдем. Собачки у нас тоже не спят. Эта лодочка пока у нас стоит в запасе, ждет своего выхода. Дела. Все, все, собираемся. Наша база. Раннее утро. Или еще ночь. Все. Я пошел тоже. На свое место, на свою засидку. Вот только что взлетели две кряковые утки. Наверное, меня заметили. По-моему, как будто в мою сторону они шли. Но меня заметили на таком пространстве, что я шевелюсь. И пошли в сторону. Ну, сейчас я дойду и там присяду. Так что пока, до встречи. Еще раз доброе утро. Я дошел до своего места, до своей засидочки. И там Костян тоже делает себе новую засидочку. Он сейчас выставит живых уточек. И будем ждать налета. Тут засидочка ждет. Так, пока тишина. Сейчас мы здесь разберемся с этими местами хорошими. Все, пойду еще заберу свои вещи. Ребята там уже сидят, уже говорили, что две партии хотели подсесть по 10 штучек, и потом не сели. Так что вот такие у нас охотничьи дела. Сейчас я лодочку уберу в кусты, чтобы я не видно было, и пойду присяду. И будем создавать тишину, ждать уточку. Вот такие. Дела. В принципе, я уже готов. Присел на свою засидочку. Вот, сейчас у меня там Костян делает себе засидочку новую. Сейчас выставит уточек живых. И они будут подзывать. Моя засидочка. Вот такая будет. Там ребята уже ждут.
уже все. Вот так примерно будет у нас. Вот так. Мы уже подготовились к охоте. Сейчас будем ждать. Я на своем стульчике сижу, притящимся. Никаких лишних движений. Удобная штука. Даже можно сказать на будущее охотникам. Такое место хорошее. Утро хорошее. Птицы уже поют вовсю. Ну, мы ждем уточку. Пение птиц вы слышите? Они уже тоже давно встали, как солнышко начало подниматься. Они уже не спят, уже все поют. Весна, некогда спать, надо оживать, петь, соединяться. И сейчас мы будем потихонечку ждать нашей засидочки. Сегодня с утра ветерочек небольшой, пока тучек нету. День будет, наверное, солнечным. Ну, правда, обещают дождь после обеда. Ну, посмотрим. Если дождь будет, то, может быть, придется и уже сходить. Ну, и, в принципе, день будет. Уже такого перелета не будет. Уточек. Ну, все, пока-пока. Еще, ребята, охотники, рыбаки. Сейчас вам покажу небольшой сюжет. Как у нас будет работать утка. Живая приманка. Вот. Посмотрите, вы должны ее увидеть. Как она сейчас будет работать. Вот так примерно. Сейчас я приблизю. Вот это живая приманочка. Вот, с той стороны уже ребята подлетела уточка, вот туда пошла. По-моему, они ее зацепили. Ну, по-моему, она присела. Живая приманка, уточка. Она купается и начинает созывать селезня. Вот. Вот так они работают. Сейчас с такими подсадными утками живыми можно охотиться. Наблюдайте. Там вторая уточка. Она уже начинает купаться и работать. Вот она чуть подальше от меня. Ну, вы тоже ее увидите. Он бультыхается, купается, наслаждается водичкой. Вот я сейчас прыгну на плотик свой, рядышком весь плотик. На плотик сейчас залезет. Ой, работает. Ой, сейчас подкрикивает. Вот она, уже никаких там манков. Это все живое, естественное, природное. Уточка поближе, она вон намывает все перышки, покупалась, сейчас моется, чистится. Угу, сейчас будет подкрякивать. Угу.
Постараюсь смотреть внимательно со всех сторон. Очень надо внимательно смотреть, как работают они. Все, сейчас я пока выключу, потом вот продолжение. А вот там летит с той стороны. Ну, одиночка утка. Пока сидим потихонечку, ждем. Вот послушайте, как она, утка, работает. Это естественный звук живой утки. Ни манок, ничего. Вот с левой стороны от меня утка помоложе. Она крякает больше. А с моей стороны, с правой, чуть-чуть пока еще купается, мубается. Пока еще молчит. Ну, чуть-чуть крякнет. А так пока еще все купается, моется. Бультыхается в водичке. Может, и питается травой. Да, по-моему. Да, что-то идет. Наверное, вот травку пощипывает. Питается травкой. Пока молчит. Это уже, наверное, наелась уточка. Вот она все работает. Все зовет. Вот такие дела. Это у меня с правой стороны уточка все еще. А, да, она вон травку пощипывает. Кормится пока. Ну, пока не наестся, не будет работать, наверное. Ну ничего. Мы ждем. Что, ребята, все. Вот целая партия штучек, десяток села уточек белогрудок. Вот с левой стороны у вас, наверное, не видно. Сейчас покажу, если поближе засниму. Еще партия надо мной пролетела. Не успел заснять. Залетела со спины. Меня, наверное, заметили. И пошли вверх. Хотели присесть. Вот там с левой стороны плавают. Штук десяток. Так, они могут и сюда подплыть. Пока еще далековато. Выстрел не достанет. А вот еще партия летит, летит, летит. Сейчас посмотрите. Сейчас я вам поснимаю. Как раз летят она. Созревает ловить. Вот они. Видите, высоко, только высоко идут. Вот они полетели, уточки-то. Они присели пока, пошли дальше. Как раз десяток где-то есть. Там пока сидят еще. Ну, пока не заметят. Если нас заметят, подплывать будут, близко не будут, не знаю. Но пока еще далековато. Метров 200, наверное, от нас. А это сидит пока, ждет.
Зови, давай, зови. Селезни. Давай, работай, работай. Вот так, так. Давай, давай, давай. Зовет. Вот натуральный звук утки. Никакой манок не заменит звук настоящей утки. Посмотрите, какой рассвет, красота. Там уточки что-то пока не хотят в эту сторону идти. Сидят там, плавают, отдыхают. Их надо подпустить на длину выстрела охотничьего ружья. Для того, чтобы еще и зацепить, надо еще ближе, чуть-чуть. Вот они пошли, пошли уточки поближе. Сейчас к ребятам подплывут с той стороны. Вот та партия пошла, пошла в ту сторону к ребятам. Может, подплывут поближе. Там вот где подсадные утки, и тоже на них и похожи белогрудки. Так, сейчас пока, сейчас я остановлюсь на этом и засниму чуть-чуть попозже. Вот они начали работать, обе утки. Видите, слышите? С обоих сторон все хорошо. Ребята, только что налетал селезень. Но пришлось его стрелять в лед, немного высоковато, видать, не зацепило. Но уже подлетал селезень. Уточки работают. Вот еще партия летит. Эти только что крутанулись над нами. Вот еще садятся две штучки, но чуть далеко. Вот это уже пошел небольшой перелет уточек. Сейчас мы их будем потихонечку. Вот-вот-вот кружат, кружат, кружат. Сейчас они, по-моему, на нас идут. Идет, идет. А, вот как раз, садятся, садятся, садятся. Заметили. Сейчас пойдут еще на круг. Ну, сейчас сядут. Ну, сейчас сюда придут они. Или заметили нас. Им с высоты лучше видать. Они-то со всех сторон могут залетать. Вот, давай, 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 давай. Идут, 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 идут. Далеко. Ну, сейчас кружатся, значит, они ищут место присесть. Сейчас они присядут. И они хотят присесть. Ну, пока. Что-то стесняются присесть. Чуют опаску.
штуки. Крутят, крутят. Но сесть никак не могут. Сесть. Что-то им не нравится. Сейчас они все записывают. Еще круглый, да? Да, ребят, налетели эти 4 штучки. Уточки работают, работают. Сейчас очень много партий пролетело. Ребята там оторвались, наверное, как раз на них пошли. Выстрел за выстрелом пошел. Вот это сегодня поинтереснее немножко. Стало на улице потеплее и утка зашевелилась. А до этого было холодно, все холодно. Посмотрите, какой красивый рассвет. Солнышко встает за моей спиной. А я сижу в засаде. Интересное место здесь. Как раз уточки здесь на кормежку садятся. Но пока чуть-чуть успокоилось, видать. Но прошло партий 6, прошло уже здесь. Там садились штук десяток белогрудок. Здесь налетали по 4, по 2 штучки. То и больше, но высоко пролетали. Что-то сюда не сели. Не захотели садиться. Пока ждем. Встречаем рассвет. Очень интересно. Солнышко встает за мной. Смотрите, вот как раз и выстрел за моей спиной. Где-то там пониже по реке. Мы здесь ждем. Смотрите, какое. Каждый раз, каждую минуту меняется картинка природы. Солнышко встает, и все по-разному. Солнце выше освещает деревья. Побольше и встает покрасивее. Давай, давай, работай, работай. Зови, зови. Работай, зови, давай, давай, давай. Зови, работай, давай, давай, что там еще все кормишь. Я сижу, жду уточку, пока приутихло немножко. Солнышко стало еще повыше. За мной красота. Уточки работают, но моя правая уточка что-то молчит. Сочи чистится, чистится и кушает. Что-то пока не хочет работать. То поработает немножко, то молчит. Что-то там ковыряется в траве. Может кушает, может чистит.
так пока. Пока нету перелета. И ребята приутихли вниз и поверх речки. Тишина пока. Но ничего, мы ждем. Ждем, ждем. Надо внимательно смотреть по всем сторонам. Утка залетает со всех сторон. Но раз даже не увидишь, как она присядет на воду, потому что она идет вдоль кустов и садится. Вот, и надо наблюдать внимательно. Она может даже сесть в другом месте заливчика этого и подплыть к уточке. Но стелезня нельзя подпускать к утке, потому что не получится выстрела, если стелезень близко подойдет к утке. Можно и утку зацепить. Так что вот и надо внимательно смотреть и только на расстоянии от уточки, чтобы ее не зацепить. Я немного привстал осмотреться, посмотреть дальше, где что бывает у нас на заливчике. Но пока ничего не вижу. Ребята там тоже молчат. Тишина. Уточки работают. Но моя правая уточка что-то плохо. Все, что-то наслаждается. Пока водичку пьет. Чистится, травку щиплет. Сейчас мы ее немножко поснимаем еще. Все, пока тишина. Уточек не видать. Даже в округе пока не летают. Угу. Ну ладно. Ждем, ждем. Работайте, работайте, молодцы, молодцы, работайте. Вот сейчас доброе утро. Уже расцвело. Солнышко уже поднялось высоко. У нас уточки работают, но что-то опять приутихло. Сначала полетали, полетали. Люди немножко постреляли. Ну и опять затишье. Как на рыбалке. То клюет, то не клюет. Здесь также на охоте. То летают, то не летают. На данный момент уже час сидим. Ни одной утки не перелетело. Даже утки работают. Крякают, крякают, но никто не подлетает. Селезень не подлетает. Уточки работают, но опять куда-то пропала утка. Или уже все отлетало свое. Вот они летели где-то часа три, наверное, начался перелет. Что-то полетали, полетали, и все, и приутихло. Вот еще солнышко еще не всходило. В это время утка и летала. Как начало солнышко вставать, что-то утка уже перестала все меньше и меньше, и сейчас вообще ее нету. Так что сейчас пока будем думать, ребята уже пока уехали одни. Вот не клюет, и пошли туда. Ну, сейчас мы тоже посмотрим, подумаем, что делать. Ну что, охотники, рыбаки, туристы, вот мы просидели с утра утреннюю зорьку,
посмотрели, немного полетали, пару раз я стрельнул, но не попал, высоко были, уже в лед. Здесь вот такая у нас подсадная уточка, работает красиво. Вот. Таким образом, это уже натуральные уточки, которые зовут селезня. Вот. Крякают. Давай поработай, поработай, поработай еще давай. Иди, какие красивые. Да, поработай. Ну, поработай. Да. Вот они такие сидят и зовут. Да? Уточка, уточка. Давай покрякай. Покажи, как ты работаешь. Как ты работаешь? Покажи. Ну, давай. Вот. Такие у нас подсадные уточки. Живые, натуральные. Вот таким образом они потом работают. На плотике сидят и созывают. Ну, давай, давай, поработай. Покажи, как ты работать умеешь. Давай. Давай. Ну, давай, поработай немножко, покажи. Молодец. Давай. Утро сегодня было безоблачное, но сейчас уже облака пошли. Давай, давай, поработай немножко. Ой, молодец, молодец, уточка, молодец. Ну все, мы тогда сейчас будем уже сворачиваться. Будем готовиться к выходу.